Банда, всем привет, салют, Егор, канал Beluga Fish. На дворе у нас 22 мая, время 7:20 утра, солнышко светит, осетры гуляют. Надеюсь, солнце не сильно отсвечивает. Вот в этом садке представлены 72 самки русского осетра. Средняя навеска 24 килограмма. Это все икорные наши самочки. Это все наше ремонтно-маточное стадо, именно русского осетра уже готового, у которых мы уже неоднократно получали и получаем икорочку. Посмотрите, что за динозавры. Посмотрите, какие большие, огромные. Я надеюсь, вам видно. Вообще. Какие они красивые. Но здесь помимо русского осетра представлено тут еще несколько роликов, то есть гибрида русско-ленского осетра. И в основном, конечно, русский осетр. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какие. А мы с вами сегодня, точнее, ага, обрызгал ли меня, пойдем кормить осетров, белук, севрюк, стерлядочку, форель, ну и так далее, и так далее. А кормить мы сегодня будем хамсой. Хочу вам показать процесс. Я когда-то давно, еще года, наверное, полтора-два назад снимал выпуск, как я кормлю. Поэтому надо освежить память, как происходит процесс кормежки, почему я кормлю. Расчеты в этом выпуске делать никакие не буду. Просто покажу весь процесс, как быстро покормить садковую линию, именно вот такую. Я напоминаю, площадь наших садков составляет 3000 квадратных метров, где единовременно мы можем содержать условно до 150 тонн товарной рыбы. Сейчас, конечно, такого количества нету, 150 тонн, но все же нам позволяет куда расти и развиваться. Поэтому покажу в этом выпуске. Меня УЗВшники, наверное, камнями закидают, потому что, сами понимаете, им килечкой кормить в УЗВ нельзя, а мне-то на садках можно. А нельзя по какой причине? Потому что все равно, короче говоря, биофильтр и механический фильтр просто не справятся с объемом переработки. Поэтому УЗВшники не кормят, а кормят только гранулированными, экструдированными кормами. Как-то так. А у нас позволяет. У нас полстраны и вся Астрахань сидит на кильке, на хамсе. И вкус рыбы настоящий, не УЗВшный, не бройлерный, а именно настоящий. Ну это да ладно, не в угоде УЗВшникам, нормально все. Ребята, всем приветы. Ну а мы идем доставать с рефа кильку и подготавливаться к кормлению. Не переключаем, смотрим выпуск до конца. Егор, Beluga Fish. Поехали, друзья. Ну, собственно, пока я дохожу до рефа, вот у нас, помните, два рефа стоят. Ребята с утра пораньше достали уже килечку, чтобы она чуть подразморозилась. И вот они, брикеты на поддоне у нас. И вот она, собственно говоря, килька. Точнее, хамса. Собаки ее безумно любят, да я сам бы ел. Рыбка к рыбке, посмотрите какая. Вот Домельский говорит, с картошечкой бы. Вообще так. Поэтому сейчас на тачку погрузили две бочки. Сейчас эти двое бочки наполняем. Как раз просто две бочки становятся на лодку. И едем, собственно говоря, кормить. А в этот момент, пока вы можете канал поддержать подпиской, лайком и на группу нашу ВКонтакте подписаться. Осетровая ферма Beluga Fish. Поэтому, друзья, смотрим выпуск. И, кстати, еще раз повторюсь. В продаже есть такая ценная порода осетровых, как севрюга. Есть ремонтно-маточные? Нет. Чего я несу ремонтно-маточные? Ремонтно-маточная она у меня есть, но я его не продаю. Есть РПМ, то есть рыбопосадочный материал, навеска условно 100-200 грамм. Есть товарка севрюга навеской 2-4 килограмма. Поэтому обращаемся, пишем кому надо. Плюсом есть у нас на продажу зрелые самцы белуги
навеской уже где-то примерно, наверное, уже даже нет 15, а 20 килограмм до 35. Мощные, сочные, зрелые. То есть получать половые продукты и оплодотворять икру уже готовы. Они у нас 14 года рождения. То есть в этом году рыбке 10 лет. Они уже зрелые. Самцы у белуга созревают намного-намного быстрее, нежели самки. Они у нас есть на продажу. Количество большое, поэтому пишите, звоните. Номер телефона есть в группе ВКонтакте. Осетровая ферма Белуга Фиш. А также есть в продажу товарка под названием Рукол. Это гибрид русского осетра на Калугу, где мама русский осетр, папа Калуга, тоже в продаже есть. Есть чистый вид русского осетра. Есть ролик на продажу. В общем, приезжайте к нам за покупками и уедете с настоящей, живой, здоровой, главное, рыбкой от нас. Ну а мы продолжаем кормить. В этот момент, пока ребята занимаются хамсой, Кадыр у нас подготавливает гранулированный корм. Это для маленьких рыбок. Это у нас севрюга будет кушать, рукол будет кушать, ленка будет кушать, стерлядка — это тот, кого мы инкубировали. То есть у нас номер садка указан, кто в нем сидит, количество килограмм. И вот он взвешивает, накладывает, готовит вот мешки. Напомню, это Испания у нас, мы кормим. Это компания Дебаг, испанский гранулированный корма. Вот он сейчас пойдет мальков кормить. Двойка-тройка. Двойка и тройка. Тройка, 4,5, двойка. Угу. А мы поплывем кормить более крупную рыбку. Вот весы обтарил и насыпает. Определенный вес сделал. И дальше. Номер садка смотрит, что там нарисовано. И какое количество, какого корма. То есть обратите внимание, если, допустим, садок 12 у нас. 2,5 килограмма необходимо. Корм 4,5 миллиметра. Ну понятно, где садки поменьше сидит и побольше, а еще не отсортировано, там и тот даем, чтобы хватало всем. Вот так и делаем. Сейчас он подготовит и пойдет кормить вот именно малька на железной линии. То есть мы плывем кормить большие садки уже все, а он будет кормить именно малька. Вот и ребята едут. Две бочки практически полные. Ну, почему не полные, чтобы было удобнее поднимать. Потому что все-таки в каждую бочку сколько у нас брикетов? По 11 брикетов. Друзья, в брикете в одном 11 килограмм, по 11 брикетов. То есть сейчас он едет кормить в каждом бочке по 120 килограмм. Представьте. Поэтому они больше туда не кладут сверху, чтобы ее еще поднять же надо. Вы помните в одном из роликов у Домельских, когда подымал и случился ядерный взрыв? Вот они хотят это избежать, чтобы ядерных взрывов больше не происходило. Сейчас будем перегружать на лодку. С лодки будем кормить. Ой. Вот так вот и происходит в жизни, Саня. До такой степени тяжело, что пришлось пукнуть. Не-не-не-не-не, сегодня без музыки едем. Нельзя. YouTube музыку не принимает. Поэтому я с вами сегодня еду рыбу кормить. А то, посмотрите, у нас у Домельских подготовился. Вон, лодку с собой берут, врубают музыку на всю катушку. И едут у них и дискотека, и кормление. Вот ребята поехали впереди, и вот следом Кадыр пошел. На дворе у нас, повторюсь, 22 мая. Время, сейчас посмотрю, 7:50 утра. То есть в 8 утра у нас уже начинается полноценное кормление рыбы. Вот такой у нас распорядок дня. Поэтому, друзья, идем кормить рыбку. Погода просто шик. По-настоящему летний день. Все, вот Домельский несет обратно. Колонка, музыка, дискотека. Вот так вот мои работают. Кадыр начинает кормить. Баха начинает смотреть листок. А ну покажи еще, что там. А там у нас указано список кормлений. Список кормлений. То есть какой садок, какое количество, каким кормом и так далее, и так далее, и так далее. И вот он, да, здесь список идет. Список большой, друзья. Вот смотрите, у Домельских у нас легких путей не ищет.
лодка привязанная стоит, извините за выражение, хрен знает где. И вот он каждый раз, нет, чтобы вот эту конструкцию освободить, он каждый раз перелазит вот отсюда туда. Ай, удомельский. Вон, видите, через маленькое такое технологическое отверстие. Вот сейчас он лодку заведет и поедет. И будем на лодку ложить эти два больших синих бака и поплывем кормить рыбку. Вон кадыр у нас уже начал кормить. Процесс кормления гранулированными кормами, посмотрите, раскидывается по всему периметру садка. Вы помните, потому что все тортодонная рыба, необходимо распределить весь корм для того, чтобы хватило всем. То есть корм сейчас упадет на дно, и рыбка будет его поедать. Видите, по всему периметру распределяет. То есть не только в серединку, в одно место, а чтобы корм был везде. А ну, стой спиной. Белуга фиш, осетровая ферма. А ну, повернись. Белуга фиш. Белуга фиш. Да вы прям с иголочки одеты, молодой человек. Он удомельский попер. Вот мне интересно, вы мотор подцепили на цепочку на какую-нибудь? Ну, я не удивлюсь. Удомельский два раза уже мотор просто топил, и я делал за свои деньги этот мотор. Больше я не буду за свои деньги делать моторы. Ой, уже бы нашли что-нибудь, какую-нибудь веревку бы и привязали бы. Не порвется. Жду, чтобы опять он ушел в воду, и я потом его опять ремонтировал, утратил кучу денег. Ну, разве это есть хорошо? Мне кажется, нет. Это неправильно. А здесь у нас форелька, последние остатки. Надо нам срочно вывозить, потому что температура воды у нас поднимается. Сегодня я смотрел 21 градус, поэтому форельку надо уже вывозить. Вон он, удомельский, мчит. Поэтому как-то так. Смотрим. Друзья, ну я на моторе. Я залез. Вон, посмотрите, как происходит процесс. Ну вот один на лодке стоит, второй стоит на линии. И вот таким образом, опа, спустили, перетянули одну бочку с концой. Погодка сегодня просто шикарная. Все, две бочки у нас на лодке. Вот, грубо говоря, засекайте, сколько у нас кормления. Покормите линию. Повторюсь, линия у нас 3000 квадратных метров. Удомельский мотором управляет. Ой, сколько лебедей, посмотрите. 12 штук, ровно. 12 штук. Вам видно? Нет, вон вдалеке. Лебеди. Беленькие. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Или 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13. А? 13. 13 лебедей. Ты подъезжай чуть послабей. Сильно не бей лодку. Ага, потихоньку, знаю вас, или потихоньку. Вот подогнали между двумя садками. Вот у нас в этом садке сидят белуги, и в этом садке сидят большие белуги. Белуг мы сильно много не закармливаем, потому что они огромные. Ждем их на икру. И вот он с помощью ковша. Ковш примерно входит в килограмм. Так и кормим. Все. Два садка покормлено, ребят. Ну, вы сами видели. 15 секунд, два садка. Чтобы по линии не ходить им, не скакать по этим трубам, не бегать. Теперь опять между двумя другими. Здесь у нас, видите, садок поднятый. Догадайтесь, кто живет. Я вам всегда рассказывал. Во всех поднятых садках у нас живет сиврюшка. Потому что она, вот эта грациозная дама-мадама, очень прыгает высоко. И такие пируэты показывает. И нет-нет, когда вот мы начинали, садок был опущенный. То есть вот как и здесь. Видите, он не поднятый. Севрюга просто могла перескакивать, перелетать реально садок и падать просто в открытое плавание. И поэтому, дабы избежать таких последствий, мы натягиваем сетку чуть повыше, чтобы она, если что, стукалась и обратно падала. Вот, друзья, обратите внимание, условно, грубо говоря, минута чуть больше, а покормлено уже раз, два, три, четыре садка. А так бы они маленькими ведрами таскали бы и кормили бы здесь. А в ведро там одно... Один брикет умещается всего в 11 килограмм. Ну, представьте, с этими ведрами бегать по этим трубам, а ломать ноги. Вот смотрит следующий
какие садки у нас и какое количество килограмм. Понятно процесс, как происходит? Все элементарно и просто, Ватсон. За вас уже все придумали. Осталось только повторять. А вот мы уже подъехали. Уже к другим садкам. Сомик у нас, догадайся откуда. Старый у нас нет-нет ловит. И может закинуть в садок с осетром. И потом получается, осетр не растет, а самы вырастают вот такие вот огромные. А я заставляю им, ну, садки не кидать самов, потому что нет-нет, сом, он агрессивный. И быстрее он поест, чем осетр. Это мы пока кормим только белук, осетров, ну, осетровых, в общем. А когда форель начнем кормить, ух, вы увидите, какой у нее дикий жор. Она варится, как пельмени у меня. Я люблю пельмени. Я думаю, вы тоже. Все, друзья. 2 минуты, а 6 садков уже покормлены. Поэтому палец и комментарий напиши что-нибудь. И группа ВКонтакте, не забудьте подписаться. Сообщество осетровой фермы Белуга Фиш. А вот мы подплыли сразу, посмотрите, к 3 садкам. Вот впереди у нас садок, опять же, с белугой. Здесь самцы зрелые 2014 года, которым 10 лет. Здесь у нас неразбор, двухгодовалые. Здесь у нас русский осетр. Здесь у нас, он даже осетр начинает сверху поедать, я отсюда прям видел. Здесь у нас русский осетр, и здесь у нас попадается еще русско-ленский осетр. Скоро мы будем делать бонитировку и смотреть. Здесь у нас гибрид под названием Рукал. Мама русский, папа Калуга. Рот огромный. Это вот для любителей рыбалки. У нас платники очень часто берут рукала, потому что и клев бешеный у него хороший, рот большой, глотает все. Это так на будущее рыболовным клубом, если кто не знает, какого гибрида нужно брать. Имейте в виду, рот огромный, как у мамы. У мамы, что у белуги, что у галуги, рты большие. И поэтому, когда вы ловите на эту же самую селедку, условно, куски большие бывают, ей, допустим, осетру с маленьким ртом тяжело проглотить. А там, где такой гибрид есть, 3 секунды. Друзья, вот я с вами общаюсь минуту, да? Уже 3 садка покормлены. Подплыли еще к 2. Для чего я делаю и показываю? Да просто, чтобы вы понимали, как можно хранить человеческое время, тем более рабочее. Важно же у нас что делать? По-быстрому покормить и заниматься другими делами. А дел на ферме выше крыши. Земли много, УЗВ стоит, садки надо сортировать, рыбку контролировать. Опять же, сортировка, бонитировка, садок рвется, зашить. То есть это ценный человеческий ресурс. Поэтому очень важно оптимизировать все. И вот в данном случае я вам показываю, как можно быстро оптимизировать кормление. То есть как можно за 15 минут, условно говоря, покормить садковую линию площадью 3000 квадратных метров. Ну, вы сами понимаете, что это. Это ж вам не хухры-мухры прийти там в один садок там насыпать зерна. Нет, друзья, все у нас по-другому. Ну, какая красота, какое большое у нас озеро. Вот мы подплываем, здесь у нас представлены садки. Здесь у нас сидит самочки-стерляди. Это уже отбор. Именно самки, которые в этом году нам будут давать и корочку. Мы их очень ждем, они нагуливают сейчас. Здесь у нас подрастающее поколение русского осетра сидит, чистая популяция. Сейчас он смотрит, вспоминает, какое количество нужно кинуть и начнет кормить. Поэтому, друзья, да, и стерлядь у нас тоже кушает хамсу. Не только осетровые белуги. Вы, конечно, нас извините, что мы сегодня жилеты не одели, но на улице очень жарко. Поэтому, если нырнем в воду, то поплывем. Так-то, если что. А то знаю вас сейчас. Захейтите меня. Поплыли на лодке, жилеты не одели спасательные. Нормально все. У нас тепло, температура воды 21 градус. Поэтому искупаемся и искупаемся. Да, Удомельский? Да. Да. Ребятам новые футболки купил, бейсболки купил. Удомельский, правда, не одел. А мужики, вон, Баха уже одел. Сегодня у нас почти штиль. Посмотрите. Какая прекрасная погодка. У Домельского колонка. Без музыки он рыбу не кормит. Но в этот раз, так как я снимаю для вас ролик, готовлю, вынужден отключить, потому что, ну, YouTube музыку не пропускает, я думаю, вы знаете. А то права там, ну и так далее, и так далее. Вот, подплыли к еще рыбкам. Здесь у нас представлены
самки ленского осетра, друзья. А здесь у нас гибрид под названием стербел. Это где мама стерлядка, папа белуга, тоже с большим ртом. Тоже хороший гибрид, быстро растет, поэтому таких гибридов мы любим. А здесь ленский осетр. Ленского кормим буквально 0,5 от нормы, потому что здесь самки зрелые, они их... Короче говоря, уж самок ленского осетра перекормить можно в 3 секунды. Они жиром заплывают, зарастают, прям как я. Поэтому совсем чуть-чуть отдаем ленскому осетру. А вот стербелу он кушает нормально у нас. Поэтому кормим нормально. Даже чуть выше нормы. А ленского почему не закармливаем? Потому что здесь самки сидят. А потом, когда будем икру получать, ну, ястыки жирные. Ну, короче, сами знаете, что я вам рассказываю. Поэтому важно не закармливать. Пускай они жир перерабатывают. И помойте все-таки бочки. Пора бы уже бочки помыть керхером. Льем дальше. Пока в этот момент Кадыр вон кормит до сих пор железную линию. Представьте, а там садков-то у нас не такое большое количество. Мы практически уже покормили всю такую линию пластиковую. Ну, там, конечно, придется еще несколько ведер сходить посерединке, где мы подплыть не смогли, ну, вручную. Ну, это уже не такое большое количество. Основную массу мы сейчас прокармливаем на лодке. Вот еще один садок. А с чем? С севрюгой, правильно. Тут у нас просто ремонтно-маточное стадо севрюги. Поэтому это наше, так сказать, золото. Вон у нас феня гуляет, коровка, там барашки бегают. А здесь мы подплываем к белугам. Где здесь? В этом садке белуга Дашка у нас живет. И еще там 11 белуг у нас сидят в этом садке больших, огромных. А рядом садок, это вот с чего сегодняшний ролик начинался, где сидят самки русского осетра. Вот я как раз на том месте стоял, снимал вам. Вот опять же, видите, как мы подплыли? Мы подплыли четко, где у нас стоит ровно 3 садка. То есть сейчас одновременно, стоя на одной линии, вот таким образом, он кормит сразу 3 садка. Вот он, левый садок, 20-й. Вот он, 10-й стоит. И там у нас 8-й. То есть, вот. А вот Кадыр, видите, вот где подъехать не смогли, там Кадыр уже докармливает ведром. Кадыр кормит севрюгу, тоже, видите, садок поднятый. Вот и все, друзья. Минута, 3 садка покормлены. Пользуйтесь лайфхаком. Хотя, что лайфхаком, это и до меня уже все давно придумано. А вот эти садки желтенькие, это уже Кадыр все покормил. Здесь у нас севрюга сидит. Но здесь маленькая, вон она прыгает. Покормил, сейчас она распрыгивается. Это у нас кран, с помощью которого мы делаем бонитировку, ездим. Достаем больших особей. Проводим УЗИ-исследования. А ты куда? Меня сюда, остановишь, да я вылезу. Ну, конечно, чтобы я вылез. А то он заставляет меня вон там пролазить. Что-то я особо желанием не горю. А лень убрать, снять, вы понимаете? До чего лень доводит? Не будьте такими ленивыми. Вот сейчас я вам покажу. Сейчас я выйду отсюда и покажу, куда он поедет. Я надеюсь, форель он не покормил? Да. Форель он не покормил? Нет. А, все, сейчас еще будем форель с вами кормить. Увидите этот настоящий дикий жор. Вон она уже ждет, она чувствует, что ее скоро будут кормить. Видите? Ждет, родная, ждет. Красотка наша. А мясо какое обалденное, вкусное, красное. Вот так вот. Смотрим выпуск до конца и не переключаемся. Ну что, настало время кормить форель. Сейчас я вам покажу. Белуга фиш, привет! Привет, привет. Пошел он веселый. С утра накатил, что ли? Смотрим, друзья. Смотрите. Наглядно видно, да? Я же говорю, варится как пельмени. Когда наедается, она становится уже такая менее активная. Но, честно говоря, она даже может иногда еще активнее. Сейчас она, видимо, не такая голодная такая, потому что температура воды растет. Поэтому, ну, все равно весело, прикольно наблюдать, когда у тебя рыба такая активная, когда она за кормом, за едой охотится. Форель все-таки хищник.
Поэтому, друзья, сегодня мы с вами покормили нашу рыбку. А вам я пожелаю от себя и от коллектива компании Beluga Fish такого же примерно чистого голубого неба над головой, радости, улыбок, семейного счастья, благополучия. Ну, а на сегодня все. С вами был Егор, канал Beluga Fish. Всем добра и всем бобра.